как всегда, я хочу упомянуть, что у нас работают на каждом фильме разные музыканты, и наша традиция такая, чтобы музыка к фильму была написана специально для этого фильма. Мы этой традиции придерживаемся, и придерживаемся сегодня, несмотря на тех молодых, даже не побоюсь слова сказать, композиторов, которые будут озвучивать первый фильм, мультфильм «Золушка». Это ансамбль «Фредерики», это школа имени Фредерика Шампена, отсюда и название, которое руководит Ольга Подгайская, наш постоянный партнер, наш постоянный композитор, с которым мы сотрудничаем больше 3 лет. И вот мы решили пойти в этом году на эксперимент, и Оля рискнула, дети сочинили музыку, дети будут ее исполнять, и даже бы их, наверное, не называл детьми, я бы сказал, наверное, это новая смена тех композиторов, которые работали на наших предыдущих программах. Работы Бастера Китона, где он всегда со своим непроницаемым лицом вытворяет самые невероятные трюки, где есть момент импровизации, где есть момент легкости. И вообще все фильмы Бастера Китона смотрятся на одном дыхании. Это фильм Чарли Чаплин «Эмигрант». Совсем другой режиссер, совсем другое настроение кино. И не только в эксцентрике, но в каком-то таком, не знаю, очень уютном, теплом каком-то таком настроении, лирическом настроении, которое было дано этому великому актеру и режиссеру, и даже композитору, не побоюсь этого слова, каким являлся Чарли Чаплин. Коротко, быстро. Музыкальное сопровождение «Грёзы Пахнути». Смотреть мы будем фильм «Путешествие на Луну», раскрашенную вручную версию.